вот, друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня, вот, можно сказать, прошел. Вот, что тут было после ледохода стало, то есть. Вот такой ледок навыдавливал. Лединки. Да, она выползла куда. Так, не знаю, как показать масштаб. Короче, здорово, Лина вылезла выше меня ростом. Вот на пирс она выдвигала льда. Айсберги. Они там что, на резинке едут? Ну, по-моему, да. Еще и на маленьком моторчике каком-то. Отчаянные парни. Два дня назад в обратную сторону течение было. Лед прошел, где-то затор прорвало, вот пошла вода вниз. Сила течения, смотрите, как я покажу. Вау. Рыбачки вон рыбачат снизу. Обалдеть. Всегда прет. Как на горной речке течение прет. Чаек сколько. Ёшкинка. Пойду на тот там, чтобы там тоже. Вот это течение. Одинокие рыбачки, паука сматывают, ничего не ловится. Там дядька сидит, машет что-то на лодке. Шум, слышите, какой шумит? Лед, вода, все булькает, гремит. Чайки вон летают. Здесь всего трое рыбаков с капугами сидят на берегу. Вот круглые хапуги все показывают, хапуг... здесь глубина большая от берега. Ну, что-то сегодня рыба не очень ловится. Погода, видите, дождик нелетная.